Hola, bienvenidos al mundo del vino. Здравствуйте. Soy Fernando Castro. Добро пожаловать в мир вина. Меня зовут Фернандо Кастро. Я винодел и владелец винодельческого хозяйства Бодегас Лос Маркос, где мы сейчас находимся. Хочу представить одно из наших самых характерных вин – Монте-Крус Темпранильо, которое на 100% состоит из сорта винограда Темпранильо. Это вино контролируемого наименования по происхождению ДО Вальдепеньес. Давайте перейдем к дегустации. Это вино интенсивного малинового цвета. В аромате ощущаются нотки лесных ягод. Сам аромат очень свежий и сильный, как и должно быть у вина последнего урожая. Вкус мощный, интенсивный, но в то же время это вино, легкопиткое вино, оставляет очень гармоничное винное послевкусие. Идеально сочетается с любыми мясными блюдами, колбасами, рисом, спагетти. Рекомендуемая температура подачи 16-18 градусов. Уверен, вам оно понравится.